На сцене трио Иолды Злар из Чертолов с песней «Мы деревенские люди». На сцену Оксану Иванову для оглашения итогов выставки «Флора 2019». В одиночной номинации выиграла композиция «В гостях у сказки» Степанова Саши. Следующая номинация у нас коллективная, номинация «Улица», «Барышня», «Улица Молодежная». Подойдите, получите приз. «Улица Молодежная» выходит? «Улица Молодежная», номинация «Барышня».
номинации у нас занимает молодежь Бергамак название Чиполлино с Чиполлюней. Поздравляем. И приз зрительских симпатий у нас получает композиция «Август» Татьяна Барнашова. Настало время подвести итоги конкурса «Новая волна 2019». Мы приглашаем на сцену всех участников конкурса. Добрый вечер, уважаемые зрители, участники нашего фестиваля, который вот уже 16 лет проходит в этом Доме культуры. Хочется сказать, что это единственный дом культуры в нашем районе, который проводит такого уровня межпоселенческий фестиваль. И очень радует, что традиции продолжают жить, и что в ряды исполнителей, участников вливаются все новые и новые таланты. Вы, конечно же, обратили внимание на то, что в этом году условия положения по проведению конкурса несколько изменены. Постоянные зрители помнят, что в этом фестивале принимали участие дети. Ну, мы решили поэкспериментировать, и в этом году конкурс проходит от 18 и старше. Но это не значит, что дети забыты или как-то мы их игнорируем. Уровень межпоселенческого конкурса эстрадной песни «Но» для детей мы планируем проводить в Лисино. Так? И начнем мы это делать со следующего года. Поэтому бергамакское поселение у нас творчески растет, развивается. И забегая вперед, я хочу сказать, что в районе проходит немало фестивалей. И мы планируем отборочные туры проводить в сельских поселениях. И к сведению хочу сообщить, а также и пригласить, да, в Лисинский дом культуры на отборочный тур фестиваля творчества пожилых людей «Родник добра и света», который состоится 22 сентября. Так что праздники наши продолжаются. Ну, а сегодня я еще раз хочу поприветствовать всех исполнителей, поблагодарить хозяев этой сцены, этого Дома культуры, организаторов, спонсоров, вдохновителей, всех, кто способствовал проведению сегодняшнего мероприятия. И, конечно же, вас, уважаемые зрители, вы всегда так активны, всегда поддерживаете. И надеюсь, что свист – это не возражение жюри, а лишь поддержка конкурсантов. На то он и конкурс, что нет одинаковых и нет равных. И баллы – это еще не показатель совершенства и достигнутого успеха. Порой
Отрицательный результат дает больше пользы, больше роста и больше развития, чего я всем желаю. Но какие бы ни были оценки, я выражу мнение жюри свое личное, хочу сказать. Хоть у нас была десятибалльная система, всем без исключения я ставлю 11 баллов за вашу смелость, за ваш артистизм, за подачу материала, за ваше желание дарить радость людям. У вас это здорово получилось. Не переживайте, если кто-то впереди, кто-то немножко позади. Это всего лишь конкурс. Самое главное, что вы есть, и в вас живет дух творчества. Спасибо всем! Вам роста замечательного и успехов! Ну, а я, в свою очередь, хочу вручить руководителям, специалистам Бергамахского дома культуры благодарность от учреждения. Екатерина, подойди ко мне, забери. Это вам за подготовку и проведение конкурса. Мне еще что-то нужно сказать? Нет? Могу уже помолчать? Мы начинаем награждение. Первая возрастная категория. У нас здесь два победителя. Дмитрий Тайкин, Карбыза, 49 баллов. Илья Сальников, Муромцева, 49 баллов. Возрастная категория от 25 до 35 лет. Ольга Догадаева, Лисино. Третья возрастная категория от 35 до 45 лет. Евгения Степанюк, Окунева. Категория от 45 до 55 лет. Алексей Степанов, Лисино. Категория от 55 и старше. Людмила Стрельникова, Мыс. А я хочу добавить, что это не просто Людмила Стрельникова, а народная артистка Муромцевского района. Категория «Звездные дуэты». Людмила Стрельникова и Наталья Миленина, Мыс. И еще один победитель в этой категории. Екатерина Степанова и Дмитрий Иванов, Бергамах. Категория трио. Иол Дизлар, Черталы. Дорогие друзья, мы благодарим сегодня всех, кто принимал участие в организации и проведении нашего конкурса. В первую очередь мы благодарим участников конкурса и ждем их на новой волне 2020 года. Огромное спасибо спонсорам нашей программы Соловьеву Сергею Эдуардовичу,
Чопозову Павлу Александровичу, Липатову Сергею Александровичу и Илу Светлане Михайловне. А вам, дорогие зрители, мы желаем здоровья и хорошего настроения. Огромное всем спасибо и до новых встреч!